кто самые прекрасные люди на свете. Это не звезды, не самые достойные, почтенные, властвующие, нет. Это те, кто давно избавился от гордости. Кто может сказать честно о своем одиночестве и печали. Кто может взглянуть в лицо своей ненависти к себе и принять сожаление. Они не несчастны, как это бывает порой с каждым из нас, по странным и даже пугающим причинам. Просто они принимают собственное несчастье. Вы могли бы рассказать им о самых странных, необычных, самых прискорбных вещах, связанных с вами, и знать, что они мгновенно все поймут и примут. Никаких глупостей вроде пола или статуса, любви или денег. Они плавали и уже знают. Они готовы услышать ваш внутренний вой, потому что им знаком вой собственной души. Им не хочется даже казаться нормальными, они давно оставили эти попытки. Они знают, что жизнь – это в основном боль, тайны, ошибки и ничего другого не нужно. В них уже нет подлости, потому что они не пытаются вас подбодрить. Им можно доверять, потому что у них хватило смелости осознать собственную склонность к трусости и упадку. Их не волнует ваша репутация, потому что они прекрасно знают, каковы люди в целом. Они презирают толпу, они обожают отдельные личности. Они прошли через любовную горячку, общественное признание, карьерный триумф и прочий позитивизм. Они выбрались оттуда победителями. Шутки их черны, как бездна между мечтами и реальностью. Они заблудились в переулках собственной личности и готовы к особенностям внутренней топонимики тебя. Они не ожидают, что жизнь в целом пойдет как положено. Они ликуют и шутят искренне, пока другие предвкушают горе. Вот кого мы хотели бы видеть в тюремной камере. За минуты перед расстрелом, в окопах или на соседней койке в онкологическом отделении. Именно такие люди нужны нам. Мы же должны стараться быть таковыми для других. Озвучил Инкор Кадит. И спасибо за печеньки Матвею Щербакову.